Здравствуйте, друзья! На связи Дед Мазай. По эту сторону экрана снова я, по ту сторону экрана снова вы. И сегодня мы с вами поговорим о спиралях. Или, как в народе сейчас принято, о койлах. Для того, чтобы показывать, какие койлы бывают, их классификация и, так сказать, название, я буду использовать веревочки, дабы не затруднять вас и себя макросъемками, а буду показывать, чтобы все это было наглядно. Первой спиралью, которую вы столкнетесь, наверняка многие уже делали, называется обычный микрокойл. Это 5-6 витков вашей любимой проволоки, намотанный на отвертку, виток к витку. Это микрокойл. Микрокойл, он хорош тем, что у него получается большая площадь нагрева, то есть спираль разогревается полностью от середины к краям. Если это не так, то диэлектрическим пинцетом нужно сжать виточки. И тогда при включении вашего мода на разогрев побеление спирали идет от центра к краям. Это самый первый вид койлов. Это микрокойл. Далее, если раздвинуть витки, сделать их не касающиеся друг друга, вот таким вот образом, что сейчас очень актуально в связи с тем, что ввели температурный контроль, то есть спираль должна быть нигде не замкнута между собой виточки, чтобы правильно определялось ее сопротивление. Это обычный койл. Самый простецкий койл, который, ну, многие еще наверняка получают посылки с китайскими койлами, намотанными на вату и прочее. Далее, производные микрокойла есть следующие. Вот если мы берем спираль, и из нее делается вот такая вот, на несколько частей разделяется, на 4 части, это diamond coil, но это уже все экзотика, то есть производная от микрокойла. Микрокойл — это вот то, что я вам показал. Следующий вид спирали — это косичка. Берется два провода и с помощью дрели завивается в косичку, в плотную. Чем плотнее вы его завьете, тем лучше. То есть это получается два скрученных между собой отрезка проволоки в плотной косичке. Для чего это делается? Для чего вообще эти койлы делаются? Ведь они находятся внутри бака, и показать их, похвастаться не получится никому. А делается просто-напросто для того, что увеличивается площадь самой спирали, на которой, скажем так, в силу капилляров жидкость ваша заходит во все вот эти вот пазы, и там же она испаряется, то есть увеличивается полезная площадь спирали, то есть спираль становится тоже гигроскопичная. И чем больше вот этих вот пазов, тем получается лучше. Значит, следующий вид мы разобрали — косичка. Бывает еще двойная косичка, когда вы берете косичку, складываете ее пополам и еще раз сворачиваете с помощью дрели или шуруповерта. Это получается двойная косичка. Соответственно, если вы заворачиваете в ту же сторону, что сворачивали и косичку, это
получается один вид спирали. Если вы сворачиваете в обратную сторону, то получаете совершенно другой вид спирали, которая называется цепь, так сказать, chain coil. Вместо одного из отрезков проволоки можно брать плоскую полоску. Есть такие плоские полоски кантала, нихрома. Вот. Тогда, если вы свили плоский и круглый, у вас получается тайгер койл. То есть это свитые вместе плоский кантал и круглый кантал. Далее, если вы берете разные по сечению проволоки, то тоже можно получить койл, то бишь свитые между собой два разных куска кантала, тоже дадут вам разновидность косички. Следующий вид спиралей, которые вы наверняка тоже уже с ними сталкивались, это параллельный койл. То есть берется два одинаковых отрезка проволоки и наматывается параллельно на вашу отвертку. То есть у вас получается микрокойл, но в нем участвуют две проволоки. Вот. Таким вот образом. Это параллель койл. И, соответственно, если вы производная от параллель койла, если вы совьете вместе две косички или еще какую-то намотку параллельно сделаете, то у вас получится производная от параллель койла. Есть множество разновидностей параллель койла, из чего только не делают, но вот есть такое. Следующая разновидность, скажем так, спиралей, это клептон койл. Что это такое? Это, как правило, на более толстый кантал наматывается более тонкий. Наматывается плотно, виток к витку, и у вас получается клептон койл. Соответственно, наматывать лучше всего, зажав один конец в шуруповерт, второй конец проволоки, скажем так, вы держите руками, включаете шуруповерт и наматываете его по всей длине. Главное, чтобы не было замотки друг на дружку. Распрямить бывает крайне сложно. Если уже у вас получается не витки, которые не соприкасаются друг с дружкой, это не беда. В процессе, если вы видите, что такое есть, просто останавливаете шуруповерт и сжимаете руками спираль, чтобы она была плотна. И мотаете дальше. Это ничего страшного. Это называется клептоны. Второй вид клептонов – это просто-напросто тот же клептон вы наматываете, но в конце центральную жилу из него удаляете. Это получается тонкая-тонкая спираль с пустой сердцевиной. Это полый клептон. Ну и всякие разновидности клептонов. Есть фьюзед клептон. Это вы наматываете тонкую проволоку поверх плоской проволоки. Она получается такого овального сечения. Вот это фьюзед клептон, так называемый. Ну, и, соответственно, еще разновидность клептона – это параллель клептон, то есть когда вы наматываете
ваш клептон и просто проволоку, которую вы вставляете в сердцевину, на вашу отвертку. То есть у вас получается вот примерно такого вида. То есть если вот это вот брать клептон, а вот это просто проволока, которая использовалась для сердцевины вот этой клептона, у вас получается параллель клептон. Вот это параллель клептон. Ну, также можно сплести две косички, вернее, сплести косичку, то есть, если вы сделали себе клептон один, клептон второй, то клептоны можно также с помощью шуруповерта заплести в косичку. И получается твистед клептон. То есть, у него поверхность еще больше, чем у обычного клептона. Соответственно, туда в силу капиллярного движения проникает жидкость ваша. И когда вы нажимаете на пуск, она еще лучше испаряется. Следующий клептон – это зиппер. Клептон – это самый такой сложный вид койла. То есть, две косички из разных проволок. То есть, один клептон, а один проволока. Вы делаете из них параллель. Один завернутый в одну сторону, другой завернутый в другую сторону. Вот, собственно говоря, вкратце о спиралях, которые используются в электронном парении. То есть вот эти вот все спирали, вот эти все, скажем так, все это макраме, называется порнокойлами. Дают ли они больше пары и вкуса? Да, дают, но изготовление их очень, так сказать, сложное. Особенно для новичков. Если вы уже дока и набили себе руку в этом деле, то для вас сделать косичку или какую-нибудь параллель или клептон вас не составляет труда, не составит. Тем более всегда можно 10-сантиметровые отрезки проволоки взять и предварительно сделать из них то, что вам нужно. Еще маленькая хитрость есть, что перед тем, как проволока, ну, желательно это где-то 0,3 кантал, не хром, перед тем, как на нее навивать, желательно зажать в шуруповерте и немножко, чтобы она была свернута. Тогда проволока будет более твердая и не будет гнуться. И на нее уже можно либо наматывать 0,2 кантал, либо делать из этого косичку, то есть проволока будет более твердая. Ну вот, собственно говоря, все, что хотел я рассказать вам о проволоках для спирали. Ну что ж, вот такое получилось сумбурное видео. Смотрите дальше канал, подписывайтесь на него, будет много всего интересного. С вами был Дед Мазай. Пока-пока, увидимся.